Мы захватили, войска наши доблестно захватили этот перевал, взяли это лазурит месторождение, через полгода отдали его опять туда. И он в 88 году был второй раз, в 89-3, он все был, как и был там. Все время таскали. Единственный штаб героического 860-го полка, командир Аратюнян, он взял, выложил вот 4 на 4 перед штабом лазуритом этим. 3000 долларов килограмм продавали, потом на эти доллары покупали оружие. У нас же в Советском Союзе на автоматы новенькие брали калаши прямо с завода. И духом отдавали мятежникам. Вот такой парадокс в войне. Он вложил такую площадку. И все ему там по утрам доклады отдали, выходил. Пока не приехал зам по вооружению Турко, генерал-майор еще толще, посмотрел, это что такое? Сложил в 10 мешков и вез с собой там все это дело. Выходил лазурит. Вот лазурит, значит, там. Ну, первая такая песенка. По первым впечатлениям. А? Кого? Аратюняна? Да он военком Армении. Был военком, а сейчас министр обороны. Был, по крайней мере, 3 года назад. Кто же его посадит? Он же Аратюнян. Ты че? В Армении тем более. Он же... Да. Ну, я не знаю. Лазурит увезли, но вертолетчики успели пепельц наделать, валочек наточить. Солдаты тоже туда. Лазурита было все завалено. А меня не было. В этот момент был мой зам по диверсиям. Один оставался, Стаски большой. Расстрелял все эти фотографии пакистанских матерей с детьми, просто женщин в красивых платьях, от нечего делать, из Макара. И начал писать письмо в ЦК, предлагая этим лазуритам вымостить одну из станций новых, московского метро. Я вернулся, мне в Кабуле, у тебя там, иди скорее, блядь, свихнулся, замкнул это одиночество. А он на полном серьезе. Ну, не важно. Первое впечатление, когда уже остыли, ну, через 2 дня после всего это написано. Поэтому песня стала... Катюш, приветствую. Вот замечательно красивая, доблестная подруга и один результат нашего вечера. Это жена Миши Калинкина. Катя. Ты пришла, муж забирай, не отдадим. Так скоро. Так вот, это первая. Она хулиганская песня, значит, такая. Я второй потом по другой, который уже после войны пришло размышление обо всем об этом. Дыра, много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. Там душманский отряд под командою Гулдода, а у них говорят, дожигай минометы, только нам, парванист, нам на этом наплевать, перевал дожига твоего вагана мать. Только нам, парванист, нам на этом наплевать, дожига твоего вагана мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта, под огонь их пулеметов, вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою афгана мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою афгана мать. И вернувшись домой, чтобы не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою афгана мать. Ну вот сразу, и там в Афганистане. Да? Была потом то же самое, про ту же самую операцию. Несколько лет спустя после Афганистана уже здесь. Просто уже как бы сверху, извиняюсь, издалека, а не сверху, всю эту ситуацию разглядывая. Теперь вот стало как-то, когда я все это вспомнил тогда. И не очень весело-то мне стало после. Вот песня под таким впечатлением написана. Перевал Карамунжон, не ищи на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он,
что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон, лазуритовые шахты, рваная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Карамунжон, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Нарожен, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погонах, но этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, только в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, только в памяти невылеченных ран. А перевал Карамунжон не ищи на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходят легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан.